6 сентября 2024 год. На несколько дней выпадала из информационного пространства по объективным причинам. Сейчас прибыл, опять доступ к интернету получил, удивился, как обстоят дела. Ну, в общем-то, мои прогнозы как были, что Покровск не сдадут, так они, по-моему, оправдываются. Вот не было меня там сколько, ну, неважно. То есть я вижу, что Покровск не взяли. Но я также остаюсь при своем мнении, что гражданским надо уезжать. Надо уезжать, потому что близко линия фронта. И ну, вы, как люди не военные, вы не сможете реагировать на те вызовы, там, летящую мину или что-то такое. Да? То есть вы поймите, что то, что военные находятся на этом месте, не знают, что вы находитесь в той же ситуации. Украина, Покровск, ну, с 99% уже вероятностью не сдадут. Я сейчас Сырского послушал, после мне вообще ничего говорить. Он сказал, что остановили все-таки наступление на Покровск. Да? То есть я об этом не знаю, говорю. У меня несколько дней не было ни интернета, ни хрена у меня не было. Но вы поймите, то есть военный, он всегда там, он, во-первых, защищен, он слышит, как мина летит, он слышит, как пару дней назад просто прилетел, блин, град, понимаете, это первый раз за всю свою, блин, жизнь, нафиг, за всю свою войну, там, с 14-го года. Я видел, как взрывается рядом со мной град, и вспышку, и звук его, там, в 15 метрах от меня. Но дело в том, что я начал падать до того, как он приземлился, я там уже краем глаза, да, то есть я обошелся, там, в нору эту прыгал, ободранными, там, коленями, разорванными штанами, блин, ободранными руками. Вы, как люди, которые не поймут, что этот хлопок обозначает, что на тебя уже что-то летит, ну, уже, извиняюсь, трупами были, серьезно говорю. Так что, гражданские, лучше уходите, потому что, как услышал, там сейчас в Покровске 25 тысяч еще людей. Вы серьезно, блин, ну, гражданских. Уйдите куда-то, поберегите своих близких, детей. Вы слышали вот это? Я тоже прозрел, во Львов прилетело кинжалом, блин, нафиг. Где-то с Городоцкой улицы, ну, в центр, в общем, по жилому сектору, кинжалом. Это высокоточное оружие, блин. То есть целенаправленно по высотке. А я там был именно на том месте. Я представляю себе эту высотку визуально. Там она возле Близенька магазина, понимаете? То есть это чисто, абсолютно центральный район, в котором, блин, только жилые массивы. Люди целенаправленно уничтожают, геноцидят украинцев. Они стараются, россияне стараются, чтобы как можно меньше украинцев осталось в Украине, чтобы как можно больше не чувствовало себя гражданских нигде спокойно, чтобы вы уезжали за границы Украины. Ну, как бы Львов это дело такое, Ивано-Франковск там, но если вы в Покровске живете, вам уже 1000 раз надо было уехать. Я вам серьезно говорю, поберегите себя, как украинцы, как для Украины себя поберегите. Ну еще, по поводу того, что в Курске. Опять что-то говорят, зачем, там что-то напрасно тратили, ребята. Ну, три вещи, которые очень важны. Это то, что впервые Украина там показали, ну, то есть стерли эту красную линию, показали, что ничего Россия не будет делать. Сейчас этот плешивый гном сидит и боится назвать Курскую область Курской областью. Говорит, приграничные районы, санитарные зоны какие-то. Это на твоей территории, плешивая ты моль, блин, эти зоны, блин. Это твою территорию сейчас захватили, блин, оккупационные войска Украины. Сегодня 6-е, вы уже месяц, ничего с этим не можете сделать. Это раз. Второе, это подъем духа, блин, просто в армии. Понимаете, это действительно важно, что год там нас потихоньку давили, сейчас мы в конце концов, блин, захватываем чужую территорию. И что-то было еще третье, ну третье я забыл нафиг. Третье, блин, бейте по Москве, ребята, беспилотниками все, лупите по этому, блин, центру принятия решений, там, по этой логистической, блин, вот этому узлу по этому, да? А, третье было про Курск, то, что не было подъема населения против украинская армия, так как у нас было в Украине, когда россияне зашли, там с коктейлями Молотова, самооборона, там раздавали оружие гражданскому населению, люди руками танки останавливали, пытались там, да, в Херсоне. В России этого ничего нет, сидят как овцы, блин, понимаете, ну их что, ну это, их до такого состояния довели. Ну может, а может они просто, им это уже власть российская самих так задолбала, что как тот мужик говорил россиянам, пускай же лучше будут украинцы, блин, если нас защитить не могут. В общем, сейчас я чуть-чуть поспал, скупался, еще не постирался даже. Дальше там как-то посмотрю в информационном этом всем поле, разберусь. Может, что-то поподробнее дам. Все буду Украина, не переймайтесь. С Покровска уезжайте, с Мирнограда. У меня хлопец, сослуживец Мирнограда. Уезжайте, ребятки.